по желтым трубам, как по дороге из желтого кирпича, в изумрудный город Анапы приходит природный газ. Чтобы путешествие голубого топлива по городу-курорту было безопасным, уже более полувека Анапа-Горгаз днем и ночью держит его под контролем. В 1959-м в небольшом цехе сжиженного газа трудились 8 человек. Но как трудились? За полгода долгожданное топливо получило 909 семей. Два года спустя организовали Анапский райгаз. В первую десятилетку бурно продвигалась газификация жилых домов, коммунально-бытовых объектов и промышленных предприятий. Газопровод Анапа-Курчанская подвел городу природный газ в 1965 году. В 2005 году, когда я пришел, сразу начали выполнять корректировку схемы газоснабжения Анапы. До этого схема была выполнена в 80-м году, под генплан 80-го года, и фактически 25 лет не корректировалась. Схема помогла привести газовое хозяйство города и района в надлежащее состояние. Сегодня в ОАО «Анапа-Горгаз» работает 178 человек, обслуживая более 1000 километров газопровода и 52 тысячи абонентов. Приобретаем новое оборудование для эксплуатации газопроводов, в том числе и для полиэтиленовых сетей, которые сейчас имеют распространение в газовом хозяйстве. Ну и новые технологии, связанные с автоматизацией. Мы значительно растем в своих объемах, то есть увеличиваются наши объекты, сети. Всю эту большую систему газоснабжения надо безопасно эксплуатировать. Для этого у нас есть все необходимое. Прежде всего, хотел бы отметить наши кадры. У Николая Панченко в трудовой книжке единственная запись, и это «Анапа-Горгаз», все 38 лет. Пришел в «Горгаз», понравилось, работа полезная, нужная. То есть нашел, как говорится, свое место в жизни. Есть у нас много уже ребят, которые недавно работают. Мы все делаем для того, чтобы молодежь к нам приходила и, соответственно, продолжала наше, как говорится, начало. Юрий Каратаев, как и многие молодые сотрудники, успевает учиться, работать и перенимать опыт у старожилов предприятия. Работа в «Анапа-Горгаз» позволяет совмещать учебу и работу. Здесь очень много наставников, которые мне все потихонечку, кто старше, учителя, ну, все, конечно, постарше, чем я, уже и опыт большой. И они все обучали меня, показывали мне все нюансы работы с людьми тоже. Ежедневно газопроводу подключаются около 10 абонентов. За последние 20 лет протяженность газовых сетей удвоилась. За дело берется служба эксплуатации. В ход идут сварочные электроды и трубы небольшого диаметра, защитная окраска. Теперь еще в одном доме будет природный газ. Процесс эксплуатации, его жизнь проходит на глазах нашей службы. Серьезная ответственно и бережное отношение наших работников к газовым сетям, а значит и к своей работе, позволяют эксплуатировать газопроводы безаварийно, безопасно и бесперебойно. Номер аварийной службы 04 знают даже школьники. Коллектив «Горгаза» проводит работу в городских школах о правилах пользования газовым оборудованием в быту. Если у кого-то в квартире появился запах газа, Елена Коновалова узнает об этом первой. За 28 лет работы в аварийно-диспетчерской службе ОАО «Анапа-Горгаз» она приняла сотни тысяч звонков от жителей Анапского района. «Горгаз» аварийная. Что у вас случилось? Угу. Какой подъезд? Угу. Фамилия? Двери, окна из подъезда откройте, проветривайте помещение, не курите, посторонних выведите. Бригада подъедет, ожидайте. Через пару минут аварийная бригада уже в пути. Утечка обнаружена, оборудование отлажено. Ежедневно специалисты объезжают десятки адресов. 20 лет бесперебойную работу предприятия контролирует директор Нина Баклина. Директор по-настоящему исполнительный, а для своего коллектива генеральный и гениальный. Она любит работу и, как драгоценные бусины, подбирает настоящие самородки специалистов на одну нить коллектива. Наш коллектив слаженный, все профессионалы. Дружная семья наша, единый наш механизм. Предприятие в 2009 и Нина Баклина в 2014 году награждены медалью за выдающийся вклад в развитие города-курорта Анапа. На сегодняшний день Анапский регион газифицирован на 83%, а хотелось бы довести это в будущем до 100%. В четвертом квартале 2015 года, когда Южный поток подпитает Анапу, я думаю, эта мечта в будущем у нас осуществится. Сотрудники «Анапы-Горгаз» говорят о работе как поэты. С рождения газопровода на бумаге проектировщика и до синего пламени газовых плит. Везде должен быть идеальный порядок. Только в зоне отдыха предприятия на скамейке пыль. Ведь сотрудникам «Анапы-Горгаз» некогда на ней отдыхать. Предприятие принимает поздравления с юбилеем. И за работу все эти годы «Анапы-Горгаз» можно смело ставить 2 пятерки.